Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами опять video-shopper.ru. В нашей студии представитель среднего класса, не простой, а с поддержкой LTE. И это не единственное достоинство этого смарта. Ведь Xperia SP от Sony, а именно ее мы сегодня обозреваем, не позиционируется как флагман, зато может почти столько же, как и самые крупные модели. Хотите больше? Смотрите дальше. Начнем с комплекта. Как обычно, разберем его по кусочкам. Коробка от SP плоская. В Sony предусмотрели все. Эта коробка разрабатывалась лучшими инженерами мира специально для того, чтобы подпирать ножки качающихся столов. И пока мы не использовали коробку по этому назначению, давайте посмотрим, что же там внутри. Открываем. А внутри все выполнено в стиле мужского портмоне. Вассерману бы понравилось. Ведь здесь множество картонных карманов, в каждом из которых что-нибудь интересное. Ну, например, пачка инструкций. Или стандартная зарядка, USB-провод, гарнитура и, конечно же, сам смартфон. Сразу оговоримся, в нашу студию попал белый SP. Вполне возможно, из-за толерантности Sony выпустила белый SP, черный и красный. Только в нашем магазине video-shopper.ru, покупая Sony Xperia SP, вы совершенно бесплатно получите полноценную навигацию, множество игр и программ. Кроме того, в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Давайте рассмотрим Sony внимательнее. Сразу бросается в глаза то, что она довольно крупная. Мы уже привыкли к худощавым моделям, а это оказалось в теле. Хотя SP не то чтобы гигантская, но довольно полная. Из-за этого смотрится массивно. С другой стороны, когда держишь ее в руках, то чувствуешь, что это основательная вещь. Весит он не очень много, не тяжелый он, не легкий. Золотая середина, однако. Кстати, держать Sony в руках одно удовольствие. Приятный матовый пластик тому виной. Дизайн SP и необычен, и традиционен для Xperia одновременно. Основное новшество – прозрачная вставка на корпусе снизу. Она выглядит не только оригинально, но еще и прибавляет виду смартфона легкости. Это все равно, что поставить в маленькую комнату зеркала, чтобы расширить пространство. В общем, за счет этой небольшой детали SP выглядит ультрасовременно. Его передняя грань полностью глянцевая. Здесь мы видим не только дисплей, но и несколько черных точек, которые выглядят словно глаза насекомых. Это датчики и фронтальная камера. И, конечно, скромная надпись Sony, а над ней динамик. Ребра выполнены из пластика. С правой стороны видим отдельную кнопку для фото, которая некоторым покажется удобной, а другим странной. Но тут дело привычки. Чуть выше еще одна странная спорная кнопка включения-выключения. И еще выше качелька громкости. На верхнем ребре видим разъем для наушников. На левой грани располагается разъем для USB кабеля. Сзади есть еще один динамик, основная камера и надпись Xperia. У SP съемная крышка, под ней располагается разъем для microSD карты до 32 гигов и для SIM-карты. Давайте узнаем побольше про сочный Sony дисплей. Ну, во-первых, он не гигант. 4,6 дюйма вполне комфортны для использования. На белом дисплей SP выделяется довольно сильно, все из-за рамок. Он, конечно, покрыт защитным стеклом. Даже если вы будете внимательно всматриваться, то не заметите никаких зерен. Только чистое, приятное взгляду изображение. А еще хорошие углы обзора. Число пикселей на дюйм 319, что для смартфона среднего класса просто супер показатель. Экран покрыт олеофобным составом, который будет предотвращать появление жирных разводов на стекле. Диапазон яркости в SP комфортный. И в темноте на минимуме будет комфортно смартом пользоваться, и в солнечный день вы все увидите. А теперь поговорим о мозгах. Мы их не видим, но это не значит, что их нет. В SP они есть, да еще какие, ого-го! Процессор Qualcomm с тактовой частотой 1700 МГц. Ядер в процессоре 2, а значит, все должно работать плавно и без глюков. Да что там должно, оно так и работает. Мы попользовались SP и не заметили ни одного, даже самого маленького бака и зависания.
Видеопроцессор в смарте Adreno 320. Оперативной памяти здесь гиг, а встроенной 8 гигов. Но, как мы помним, под крышкой есть заветный слот, в который можно вставить microSD-карточку до 32 гигов. Литий-ионный аккумулятор на 2370 мАч. Если вы знаете характеристики других смартфонов среднего класса, то можно понять, что это очень приличная цифра. И действительно, SP держится довольно долго даже в том случае, если его нагружать сложными задачами. Операционка здесь андроидная, а именно Jelly Bean. Внутри множество стандартных программ, а еще вы сможете накачать себе программы из Play Store на любой вкус. К слову сказать, оболочка в SP классическая и очень красивая. Изящный маленький шрифт, приятное оформление и цвета вам понравится. А какие фотографии делает эта Xperia? Нажимаем на специальную фотокнопку и смотрим. Во фронтальной камере всего 0,3 мегапикселя, зато в основной аж 8. Для приличной фотографии вполне хватит, и даже для видео. И чтобы разнообразить изображение, можно настроить камеру под себя или добавить эффектов. Если вы хотите вести фотодневник собственной жизни, то SP прекрасно с этим справится. А зум с 16-кратным увеличением поможет вам подсматривать за соседями и вести фотодневник их жизни. Шутка. Помните, подсматривание карается законом. А вот видео здесь снимается с разрешением 1920 на 1080. Помните, съемки собственного кота и последующее выкладывание в интернет повышают количество счастья в обществе. Итак, посмотрим, что у нас получилось при съемке наших соседей. Ой, то есть просто при съемке. Хотите смотреть Тарантино в метро или послушать саундтрек к его фильмам в трамвае? Ну нет ничего сложного. С SP это делать удобно и приятно. Да что уж говорить, даже в игры здесь рубиться можно с прибольшим удовольствием. Xperia создана как раз для таких вещей. Ну а что там с коннектом? А вот что. USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.0. Есть поддержка DLNA, MHL и OTG. Ну и LTE тоже. Но только в том случае, если услуги операторов связи, которыми вы пользуетесь, позволяют им пользоваться. Только в нашем магазине video-shopper.ru, покупая Sony Xperia SP, вы совершенно бесплатно получите полноценную навигацию, множество игр и программ. Кроме того, в нашем магазине video-shopper.ru, в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. И что же в итоге? SP – выходец из среднего класса, но по амбициям и характеристикам может метить в скромные флагманы. Он несколько толще, чем среднестатистический смарт, но от этого не менее удобен в использовании. Способности Xperia SP и его цена – главное доказательство того, что он как никто хорош в своем сегменте. Вот так вот. С вами был video-shopper.ru. Не забывайте подписаться на наш канал. Всем удачи! Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше.